Собираем с братом опята. Че, Санек, есть опенки? Много? И Алтай с нами. Продолжаю брать грибочки. Сегодня 21 сентября 2016 года. Я и брат. Вот они какие хорошие опята. И с нами еще Алтай. Вот мой брат идет, Санек. Да, Санек? Да, Пен. У Санька вон пакет почти полный. У меня уже пол мешка. Ну, Санек неопытный грибник. Он у меня брат нашел. Опенки какие красивые. Да, Санек? Покажи поближе их. Это не фотография, это видео, Санек. Видео. Где ты их нашел? На пне? На пне, да, так. На большом или на березовом? На большом пне. Саки сорвал букетом цветов. Че, опятик ты мой, соскучился за месяц по мне, да? Дальше я тебя сниму. Так а я на видео, Санек, снимаю. На видео. Ну? Я что, я могу его так сняться, вон с какими красивыми опятами мы находимся. И Алтайре. Да, давай. О, какие четкие опята. На, Санек. Рябчики свистят, в общем. Санька, на, поснимай. Сейчас я буду стрелять. Убил. Иди вон туда, он под дерево там. Иди вон, да что? Иди снимай туда. Ты видел, на каком он был? Иди, иди. Да? Вот так. Вижу, вижу. Да. Рябчик Артём подстрелил. Что? Нажму. Вот он рябчик. 19-й рябчик. В общем, на иглах я поймал 18. И здесь уже застрелил дома. 19-го рябчика. Вон, опятки. Вот Алтай. Вот братан мой, Шурик. Иди, Алтай, отсюда. Вот еще нашел грибочки. Вот еще нашел грибочки. По рябчику промазал. По второму ушел. Это вот ложные растут. И вот они. Пойдем в вершину речки посмотреть дичь. Может, обнаружим кого. Добыли одного рябчика. Я мешок опять набрал и 2 пакета. Кто у меня патрулирует, ищет кого-то. Шурик тоже довольный. Да, Санек? Набрал, да. Да. Алтай. Иди ко мне, мой друг. Ты чего хочешь сказать? А? Ты чего, блин? Ну ты чего, сука, кусаешься? В древности, когда наши предки охотились с дубинами, они искали вот такие вот деревья, вот с такими вот наростами, и охотились.
такими вот дубинами. Ну это они когда мамонтов добывали, тогда применяли такие дубинки. Да, Шурик? Так вот. Добыли второго рябчика. Бери, бери его, не бойся, Санек, забирай. Ты Алтай-то не дави ногой. Да ты хватай руками, не бойся, Санек. За голову хватай его. И рябчика забирай, чтоб он его не грыз. Алтай! Пусти! Не трогай! Добыли второго рябчика. Итог 20-й рябчик. 18 в петле. 2 в дроби. Так, ну-ка, кто это? Блядь, стой. Жопу ему общипал. Пиздец, нахуй. Самец рябчика. Оттряси его землю, чтоб. Просто так, потряси за ноги его. Ну так, потряси его. Посильнее тряси, чтоб. Да это за лапы просто. Возьми, Санек, и тряси его. Вот я ему хвост, блядь, выдрал. Вовремя надо хватать, Санек. В следующий раз хватать надо быстро. Так, стоп. Ну-ка, стой, держи его так. Блядь, пупа ж выскочил. Охренеть. Какие ваши впечатления, Александр Юрьевич? Ну, чтоб собака не успела взять. Или ж на привязи была. Ну да. Это... В общем, шли-шли, я услышал, что он тивкает рябчик. Я думал, где-то на этой елке подкрадываться начал, он вот здесь выскочил. И так, а там страшно, если еще заблужусь и домой не доберусь. Не заблудишься, мы по навигатору идем. Там свистит кто-то. Не слышно пока. Непонятная птица орёт. Может, филин? Обед 22 сентября 2016 года. Пошли с Алтаем посмотреть. Может, белка будет. Может, будет рябчик. Опятки я вчерашние не все перебрал. Кстати, вот даже опята попадается у нас. Кедрач такой. Ну вот. Это все кедры. Все кедры. Шишек уже не видать. Ронжи отработали все. Бурундуки тоже. Все. Пойду. По планам у меня часов 6 прогуляться. Продолжаем путь. Зашли вот в такую местность. Следы лосиные есть. Вот, вот. Вот ходил. Алтай меня носится, ищет. Ему след показал. Он начал крутиться. Вот лось все исходил. Вот видите, какие здоровые копыта. О. Лоси здесь у меня крутятся. Я, кстати, в этом болоте добывал уже. Можно покрутиться здесь. Может, что будет. Вышел на вот такую вот болотиночку среди болота. Я впервые здесь. Вот такая у меня носится. Как обычно, язык на плечо. Паука. Я пытаюсь найти хорошего, вкусного зверя. Все, пауза. Все четко здесь.
просмотр охуенно. Березы все тут как надо. Вот тропа лосина. Алтай пошел по тропе. Лось прошел. Вот одел след и пошел. Местность из березняка перешла в сосновые. Небольшие сосенки. Вот такие вот. Невысокие. Кочки. Черничник. Сосенки растут маленькими, потому что они здесь крупными не могут вырасти. Из-за того, что почва слабая, мшистая, и деревья не выдерживают под своей нагрузкой, от ветра падают. Вот. Лосики по мху хорошо протоптались. Ходят тут. Типа, блядь. Такие вот лиственницы попадаются. Видел штуки 4 рябчика. Больше никого. Прошли по болотину. У меня рябчик отсвистывается. Сейчас попытаюсь рябчика выманить. Ну так как я сильно не пытался рябчика взять. У меня была другая цель. Сейчас я как бы прошел путь, который задумал был. Сейчас попробую походить с дробью. Мой балбес ищет, а я добыл рябчика. Самочка, блядь. Жаль. Не есть. Взял вот на вот этой сосне. 21-й рябчик в холодильнике. Такие вот у нас склоны. Такие обрывчики. Вот. Вдоль реки. Рябчики купаются в этом песке. Вот такие вот четкие тут вылазы. Ну и высота, конечно, метров 15-20. Балбес мой не может залезть и наверх. Да, балбес? Алтай, вверх пошел. Иди, иди вверх. Вот он где. Рай для рябчика, блядь. Все в рябине, нахуй. Все вообще, блядь. А я ищу рябину, нахуй. А тут ее, блядь, и сено. Да главное, такая хорошая. Такие грозди, блядь. Вообще все увешано. Видите? Понимаю, что тут все в рябине. О, бля. Охуеть. Охрененно вообще. Кстати, тут не только рябиновый рай. Тут еще вот черемух и сколько вообще. Прямо много. Все дерево вот это, блядь. Все в черемухе. Видите? Там черемуха, блядь. Здесь черемуха. Все в черемухе. Вон там рябина, блядь. На вахте я столько не мог рябины найти. Даже если бы и хотел. Сейчас я буду есть черемуху. Вот так она. Сладкая. И рябчик свистит. Отзывается. Но он на той стороне реки. Прям вот, ребята, охреневшие пята нашел. Видите, вообще такие охренетительные. Уйди отсюда, уйди! Уйди отсюда! Сейчас буду нарезать. Взял второго рябчика на сегодня. Итог 22-й. Самец. Прилетел с той стороны шиша. Вот он. Был на этой сосне. Живой еще. Извини, друг.
Стрельнул кто-то. Может, слышали? Все. Прости меня, рябчик, прости. Прости, рябчик. Стреляй с семерки. Это ты ищет балдес ходит. Оставь! Уйди! Все, не трогай. Хороший старый рябчик. Красивый. Пока что два рябчика за сегодня. Почти пакет опять нарезал. Красота. Листья уже вовсю плывут по реке. Пойду манить. Здесь у меня оставались рябчики 2 года назад. В этой стороне тут дорожка такая вдоль реки. Проверим, будут они там или нет. Но пока что прошел почти с километр после этого рябчика, которого сейчас только что убил. Не отозвался ни один рябчик. Посмотрим, что дальше будет. Там дальше, может, пойду схожу на поля, заросшие березками. Посмотрю, может, зайчики будут. Весенний порыв барсука. Ну, вот здесь вот сейчас только что видел ондатру. Поплыла. Ну, туда дальше, вдаль поплыла, под тот куст. Ну, вот тут, на вот этом вот повороте. Вот, вот этот куст. А плыла она вот отсюда. Вот. Отсюда, в центре. Ну и туда дальше поплыла. В принципе, так она нам нафиг не нужна. Но если бы вот здесь она была где-нибудь, я бы стрельнул по ней. Забрал бы ее на приманку в капканы на соболя. Купил я 100 штук капканов нулевки на соболя. Сейчас осталось запастись бензином на буран. Дай мне, Елтай. Айда, неси. Подай. Молодец. Молодец. Красавчик. Молодец, на капканчик. Все, уйди, отпусти. Сейчас мы их с тобой настреляем, Алтай. Сейчас мы с тобой их настреляем, Алтай. Сентября. Продолжаю резать опята. Да хуя их. Уже пакет нахуярил. Белочка сидит вот. Попробую добыть. Короче, промазал. Патроны у нас беличи. Не могу сбить уже. 5 раз стрельнул. Не смог я белку взять, она где-то там. Наверху сидит. Хули толку я стреляю, блядь. Меньше, чем полмерки пороха, блядь. И дроби полмерки 16-го. Хуёво, короче, это все дело. Лучше, блядь, полноценным патроном стрелять. Никого не добыл сегодня, блядь. С таких вот маленьких патронов. Было 7 штук, но я вон 4 сойки добыл этих ронжи. Дубль номер 2. Сходил домой, унес опята, перебрали шуриком. И сейчас решил еще сходить. Сейчас уже у нас время 5 часов. Солнышко к закату. Пойду схожу в вершину речки. Тут я сегодня рябчиков видал, может, ронжечка попадется. Такие вот делянки попадаются. Рябчик пока не отсвистывается. Такие места редко когда встретишь.
Сплошная береза. Рябчики кормятся на березке. Но не видно. Штуки 4, наверное. И сзади еще 3 отсвистывается. 24 сентября добыл первую ронжу. Лай! Лай! Голос! Голосуй! Голосуй, Алтай! Голосуй! Голосуй! Алтай, голосуй! Давай! Ищи белку! Давай! Алтай! Оу, 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 оу! Давай, лай! Ты чё, забыл, что ли, блядь, долбес? Как лаять-то надо? Давай, лай! Лай! Санька, иди сюда. Ты ее видишь? Вот так держи телефон. Вот сейчас я ее сниму. Стой. Меня не снимай. Просто выстрел. Охуеть. Убежала, сука, наверх. Падает. Снимай, снимай ее. Подходи, подходи. Подходи. Алтай, оставь. Неси. Отдай. Отдай, Алтай. Отдай. Алтай. Молодец. Красавчик. Оставь, оставь. Все. Отпусти. Алтай. Отпусти. Оставь. Почему не лаял? Понюхай просто. Вспомнил? Мы с тобой, правда, 3 года их уже не добывали, Алтай. Нажми там паузу. С Санькой ходим по вот этому болоту. Добыли 6 ронж, 1 белку и рябчика. Ронжа сейчас вот зависла. Вот она упала. Санька, иди лови. Алтай! Аккуратно, Санька. Саня, ну во! Молодец, все. Добыли с Шуриком рябчика. Сейчас варим суп. Закинули рябчика. Сейчас мы его вытащим, блядь, обратно. Забыл нарезать. Все, закинули рябчика в котелок. Нарезали. Сейчас скоро сварится. Закинем туда риса. Посолил. Будет рис, вода и рябчик. Вот такие вот дела. За сегодня у нас 1 рябчик, белка и 7 ронж. Ронжи у нас пойдут в капканы. Так ведь, Шурик? Да. Какие у тебя впечатления после сегодняшней охоты? Как бы сказать, тяжелый. Мама мне просит, зовет уже домой, и чтобы я шел. С субботы дел было много, а тут еще ты рассчитываешь до самого вечера. Ну, охота — дело непредсказуемое, Шурик. Сейчас за лосем как побежим с тобой в тайгу. Потом ты верхом на нем домой поедешь. А я пешком дойду. Я знаю, что это шутка. Это не шутка. Готовый суп с рябчика. Ну чё, как, Санёк? Хороший, вкусный. Мясо. Отдыхаем. Наелись. Да, Шурик? Да. Сейчас чего мы будем делать? Чаёвничать. Чаёвничать. А потом уже можно и свободно. Я могу домой идти, а ты иди по своим делам. Так что еще я еще на время посмотрю, если подойдет, тогда уже. А за еще сколько мы еще чай будем пить, чай будет греться, еще неизвестно за какое время. Да. Вот такие вот дела. Знаешь, что ты сейчас снимаешь?
первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, оранжевая, одна белка. О, вот это наша добыча, и рябчика мы съели. Вкусного, да, Санька? Да. Замечательная охота. Хватило сегодня. На двоих. Да, накушались. Сейчас чаек будем греть. Вот такой вот балбес сидит, у меня подлизывается. С котелка воды попил, пришлось Саньке еще раз ходить. Санька все пальцы попалил нахер с этим горячим котелком. С железом. Да, это алюминиевый. В алюминиевую сковородку налили. Так, заварочку взяли. Решили лесной чай не заваривать, потому что это долго сильно. Искать нормальное что-то. Ну, неохота было, короче. Я, в общем, предпочел взять заварку с дома. Да, с Владимиром Васильевичем, с дядей Володей Меркевичем заваривали смородину, искали тут. Да. Ну, не обжигайся, Санек, пей потихонечку. Потом я попью. Вот такой вот покоп барсучий обнаружил. Ну, вроде бы как свежий, не присыпан листвой. Собачка лает на той стороне реки. Не моя. Шурик пошел домой. Такие вот места у нас попадаются среди леса. Хорошее такое. Ну, это как бы редкость. Ну, балбеса не видать из-под них. Посмотрел. Хорошие места есть. Ну, такие профильные. Где можно капканы будет ставить. Кстати, вот нашел опеночки. Режу. Опяточки, молодочки такие вот. Вот. Рябчик отзывается. Добыли рябчика. Оставь! 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 Уйди отсюда! Уйди! 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 Добыли рябчика. Все. Немножко перебитая. Уйди! Оставь! Уйди! На вот эту осину прилетел. Уйди! Брось! Алтай! Уйди! Алтай, ты сейчас пизды получишь. Уйди! Уйди, он и так сдохнет. Пока резал опята, прилетел самец рябчика. Самец. Это у меня уже шестой. На манок. Довольный. Сука, давит всех на хуронж. Сейчас 5 штук взял. В радиусе 50 квадратных метров. По-моему, 6 было, блядь. Но одно я промазал, оно улетело. И вот под одним деревом там, в общем, было, блядь, вроде бы 2. Может быть, мне показалось. Здесь, скорее всего, она убежала. Дохлая вот здесь валялась. 2 было, по-моему. Да, 2 здесь было. Сейчас поищем. В общем, ребята, не могу найти. Сейчас, короче, 5. 5. Потом еще одну 6. А, да, сейчас 5. С Сашкой 6. И еще одну я добыл 7. Вот. Вот так. 7 штук, короче, получается. 7 с Санькой. А, нет, 6 с Санькой. 7 одну и 5 штук одну вот здесь. Вот, короче, добыл, это получается 12 штук. Короче, с меня еще щитовод еще тот, блядь. Все, ладно, конец. 12 штук за сегодня.
выходит так. 12. 12. И там 5. 17 ронж уже есть. На 17 капканчиков. 25 сентября 2016 года поохотился. Нарезал мешок опять. Высыпал в бачок. Вчера спорядковал 6 трехлитровых банок опять готовых. Вот мешок опять высыпал в бачок. 40-литровый бак. Вот мои 25 ронж и белка. Заквашиваю их на капкан, на соболя. Не знаю, как будет ловиться, но проверим. Бог поможет. Это наш кедрач. Сплошной кедрач. Не то, что на иглах. Тут вообще хуй знает сколько гектаров. Меня ждут. Рябчик сваливает. Такие вот опёночки я режу. Шляпочки такие здравые. Это рябчик здесь. Рябчик рядом отзывается. Блять, муха в рот залетела. Добыл второго рябчика. Самец. Самочка, блять. Ёбана в рот. 26 число сегодня. Иду с охоты, ребята. Добыл две ронжи, два рябчика. Он сейчас вот решил вот рябчика порезать. Сварить в котелке с рисом. Хочу костровой еды. Вот такие вот дела, ребята. Сегодня охотились с Лехой, с Кипрушем. Он убил одного рябчика. Мы увидели с ним штук 15 их рябчиков. Такие дела. Все, буду готовить. Все, готовим. Рябчик. Котелок. Вот они. Началось. Значит, через недельку первый снег уебёт. Двадцать восьмого сентября ранил рябчика, вот он сидит. Буду сбивать.
посмотрим. Сентября 28. 28-я ронжа. Свистел, свистел, прилетел рябчик на меня. Сейчас убегает. Собака. Сука. Уходит. Есть. Вторая самочка, сука. Ну прилетела, бля. 10-й рябчик. Сегодня уже забил 2 ронжи. Вот прилетел еще рябчик. Сидит рябчик. Пауза. 29 сентября. Решил сходить поставить петли. 56 штук хочу поставить. Время 11:09. Сегодня первый день, прохладно, ветерок. В общем, посмотрим, сколько времени потребуется, чтобы я поставил эти петли. Это раз. И поставлю ли я их вообще. Может быть, я быстро вымотаюсь. Одному как-то это не очень ставить весело. Топорик тупой у меня. Ладно, все. Всем удачи. Ждите отчета по петлям. Манил рябчика, а он вот сюда вот сел, короче, в эту траву. Вот возле этой сосны, короче, от меня 10 метров. И я его, короче, сперва-то я даже не понял, что он туда сел, но просто слышал что-то, пук, и мелькнуло что-то вон в той траве. Думал, показалось, потом через 2 минуты он вон оттуда вон взлетел, туда полетел. А сейчас еще свистят со всех сторон. Штуки 4 тут есть рябчика. Буду ждать. Думаю, что за херня гудит, а это кукурузник. Охренеть. Чё ему, интересно, тут надо? Давно я их не видел. Охуеть. Ну меня, наверное, сфотографировали, суки. Сразу почему-то это войну напоминает. Раньше вот так вот летали же, блядь. А тут вот кукурузник пролетел, сейчас реактивник полетел. О, какой красивый самолетик, блядь. Хуёво приближает. Охрененно, блядь. Меня, наверное, с ронжей засняли, суки. Хуй знает, кто это, лесники или просто туристы какие. Ой, сколько я их не видел, эти кукурузники. Уже с армией, наверное, последний раз в 2005-2006 видал. В Лондоне, когда был, там постоянно они летали, пожары тушили, сопки горели когда. А так вообще давно не видел. Прям эйфория какая-то. Четкость такая. Охрененная. Вот он, блядь. Охуеть как. Нарвал 3 пакета рябины. Короче, у меня уже стоит 46 петель. Вот мне еще 9 штук осталось поставить. Заготовок, что у меня есть. Как бы и план у меня готов. Сейчас пью чай. 15 минут отдыхаю и иду заряжать их рябиной. Все, всем удачи. Добыл, ребята, рябчика. Ага. Вот он.
Короче, стрельнул. Вот те вон сосна. Под ними был. А, на сосне сидел. Потом он полетел вот сюда куда-то, сел на эту сосенку. В общем, я его ранил. И там я стоял, он под той петлей. Вон там вон палка, видите, вот это. Думал, все, уже не найду. А он хуякс отсюда, вот с этой сосны упал. Вот сюда вниз, и все. И второй у меня под раночек ушел, сука. Но он тоже, походу, куда-то упал. Сейчас поищу, может, найду. Время 19:34. В общем, мне кажется, если бы я чай не пил, я бы успел все поставить. Зарядил рябиной 34 петли. Блин, не рассчитал время. Стемнело махом нахуй. Короче, вот такие дела, ребятки. Все, конец отчета. 29-е сегодня. Забыл подытожить. Сегодня добыт один рябчик и одна ронжа. Один рябчик ушел раненый. Еще одна ронжа. Две даже улетела тоже под ранками. И по крикошам стрелял дуплетом. Вот так вот. Фух. Ладно, все. Вот. Это столб. 20 сентября 2016 года сдаился рябчик. Сука, ушел. Третьего октября добыл рябчик. Самец. Хорошо попал. Ногу нахуй отстрелил. Нога улетела хуй знает куда. Не стало ее. Где она, блядь? Здесь вот он сидел. На бревне. Где-то. Вот тут что есть. Я не должна его, короче. С однерки. Надо. Дай бог не последний. Иду петельки проверять. Добыл второго рябчика. Он, сука, еще и убегает. Козлик, стоять. Стой, красавчик, стой. Стой, стой, стой. Со второго выстрела, да, добыл его. Вот он, с однерки, хули. Фух. Ребят, 3 октября первые закрайки на старичке. Вот они. Вот. Вот закрайка. Вот закрайка, видите? Пока что два рябчика добыл, петли проверил, нихуя нет. Но рябина у нас здесь дохуя. Не то что на иглах. Тут рябины вообще море. Как бы. Вот видите. Вот добыча 3 октября. Солнышко садится. Два рябчика. Самец. Самец. И кедровка. Чуть-чуть сушу опятки. Подсыхают. Вот, можно сказать, высохли. Опяночки. Готовы. Вкусно пахнут. Вот сохнут. Тут у меня лисички. Всем привет. Сегодня 9 октября 2016 года. Стою на номере на кос. Мужики повели собак. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет.
Первый раз я на козах. Солнышко встает, видите? Здоровое солнце. Воронье фыркает, мыши ползают, пиздец, весь лес шуршит. Кончай лает. Юрик, точка небольшая. Два выстрела было с правой стороны. И косачок курлыкает там. Собака вообще рядом лает нечего. Я вот не знаю, как гончая работает. Либо она видит лай, либо она просто по следу бежит лай. Этого я не уточнял. Но она уже, блядь, рядом. Считай, что метров на 500 ближе. Ждем. Вот собаки пришли. Нет, короче, никого. Собака, видать, по старым следам носится, да? Патрон! Патрон! Айда сюда! Альта, 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 альта! Айда! Айда сюда! Патрон! Айда! Ко мне! Держи, блядь. Как я их держать буду? Ну, вообще-то рядышком пускай буду. Этот балбес, сука, походу ей не дает нихуя делать. Осинки погрызены бобром. Он тоже. Листвы даже не присыпало. Собачка пошла на круг. Сменил номер. Жду. В общем, время 10:35. Собака пошла на второй круг, когда минут 20, наверное, гавкала. Сейчас тишина будет, есть 15. Выстрелы по сторонам есть. Присутствуют другие охотники. Неизвестно, кого стреляют. Так. Там типа номерам разбрелись. Тут машинка не идет, короче, нам на козочку. Ну, Юрик говорит, видал штук 6-7. Хуй знает, я не видел. Я никого не видел. Косачи тоже перестали курлыкать. Курлыкали. Часов, наверное, 7-8. Ладно, конец. Вот, ребятки. Нашел косулю. Пиздец, короче. Косулька. Айда, патрон. Айда. Ой, патрон, говорю. Да, патрон. Айда. Патрон. Ешь. Вот она, блядь. Козочка.
Патрон, айда, айда, айда. Патрон, айда, сюкайся, сюкайся. Айда, все, все. Патрон, все, 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 все. Айда, патрон. Все, все. Патрон, давай, айда, айда. Все, 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 все. Ищи, ищи. Давай, ты еще не видишь, что ли, придурок? Патрон. Кто-то, видать, ранил, она ушла. Куси, куси, патрон. Куси, ищи таких. Ищи давай. Жалко, конечно. Вот такие вот бывают случаи, блядь. Что я вам, ребятки, хочу сказать. Юрик видал 6-7 штук голов кос, косуль. Я видал два раза. Может быть, одну и ту же. И вот нашел сейчас дохлятинку. Патрончик догоняет, да. Как-то так, нахуй. Здесь места-то хорошие, блядь, местность бы только знать. Можно было бы, блядь, делишек тут потворить. Вот такие вот дела. Ладненько, все, конец отчета. Надеюсь, что не первый раз, не последний. Охотимся на козочку. Вот такие вот делишки. Все, всем пока. С вами был Фишерман Хунтер. Подписывайтесь на мой YouTube. Вот на этом видео сверху будет написано Fisherman Hunter youtube.ru. И так вы можете меня найти. Все, всем пока. Надо привязывать. Ну мы привяжем там слобода, ёптать, поехали дальше. Ну. Ну. Самое главное,